Геймплей. Какой геймплей может быть вот этой игры? Даже не знаю. Ну, сейчас посмотрим, что это за игра. Ну, судя по названию, не очень как-то. На русском языке? Серьезно? Она ж на русском языке. Да. Это очень кринжатина. Это реально кринжовая игра. Я тебе говорю, что есть игра в 100 раз лучше. Называется Яндекс Симулятор. Да, очень страшно. Обосраться можно. Но странно, что она на русском языке. И то, что эту игру не найдешь на Ютубе. То есть это очень редкая игра. Ебануться, палки гнуться. Это просто жестко, это жестко. Блин, чел, есть нормальные игры? Это даже выглядит, ну типа, смешно. Я, конечно, все понимаю, но это даже выглядит смешно. Я могу сказать классную игру, называется Яндекс Симулятор. Тоже на аниме тематику. Вот, но там, по крайней мере, играть можно. Играть можно, по крайней мере. Ну ладно, поставлю 5 баллов, то что она на русском языке, это автоматически 5 баллов добавляется. Но остальное это хуйня полная, блядь. Так, Яндекс Симулятор. Скачать. Да ёбаный, блядь. Я, короче, самую низкую графику ставлю. Русский. О, блин, менюшка классная. Ебать, сучка. Это что, еще типа тема BDSM, да? У него еще яйца отрезаны, наверное. Блять, настройки, сука, я же настройки выбирал, ло, там было написано. Самый низкий выбрал. Низкая настройка. А то лагать будет. Блять, не выбирается. Кнопки не работают, алло. У меня что, клавиатура сломалась или что? Блять, не работает, сука. Не работает, работает. А, вот она. Точно. Ну. Блин, это что, баба что ли хру это делала? Или какой-то. Яндери, Яндери. Игра такая есть, Яндери называется. Но это норм игра. Привет, привет. Недоступно. А куда нажимать-то? Блять. Куда нажимать-то, алло? Ну вот я сюда нажимаю. Enter что ли? Не работает, Enter. Играть. Да блять, понятно нахуй уже, сука, понял. Блять, сука, гребаный кибасос не работает. Кошмар это самое сложное. Ну понятно, понятно.
А, это самое сложное, что ли? Блять, что-то нахуй снизу вверх поднимать. Что за конча местной бабки? Блять. Что за бредятина? Ладно, пихуй. Привет, нормально, нормально все. Она же началась, что ли? Прикол дес. Ты можешь нести только один ключ в руке, будь осторожен. Блин, странно. Ты только можешь нести один ключ в руке. Лагает или что? Или не лагает? Да не, вроде не лагает, нормально все. Просто видимость плохая. Какая-то оранжевая. Че, хаваешь колбаску? Это вообще не страшное. Я не понимаю, у меня в глазах должно вот что, съебаться какая-то хуйня, какие-то мухи должны ебаться в глазах, что ли? Ну, кнопки не работают, Е нажимаешь... Ты что, на русском языке, алло, блядь, нахуя ты на английском пишешь? Ну, я думаю, от уровня сложности зависит. Бля, ебать, это что, блядь, конечность? Бля, чел, ну это, сука, кринжатина, это не игра. Я тебе говорю, вот найди, где скачать Android симулятор, вот это норм игра. Второй этаж, кабинет директора на зайти. Ебать, ты что, разбираешься, что ли? Я даже в подвал могу зайти, это что, подвал? Нет, это какая-то залупа. Бля, чел, если бы ты знал разницу между Яндере симулятором и вот этой игрой, ты бы точно бы оценил. Нет, это точно не кабинет директора. Комната совещаний. Не открывается. Медкабинет. Не открывается. Что-то... Офис директора. Вот эта хуйня должна открываться, да? Бля, чел, ну это, сука, это кринжатина какая-то просто. Ну такая же хуйня, вот я сейчас тоже скачиваю, в принципе, английский язык. Так что... Получается... Язык английский. Да есть на русском языке, ну Яндекс симулятор на русском языке есть, алло, тут по-любому. В смысле, ничего на русском языке нет, есть на русском языке. Просто надо внимательнее искать. Блин, они инсталлер какой-то сделали, что она у тебя на компьютер устанавливается сама. Как World of Tanks какой-то. Очень странная хуйня. Да когда эта залупа-то установится? Блять, 3 килобита в секунду. Пиздец, Настя, скорость. С каких вы серверов-то скачиваете эту хуйню ебаную, блять? С каких серверов? Серверов бабки местной. Нихуя не работает. Блять, она под конец вообще не устанавливается. Пиздец. Ну ты разработчик, пиздец, нахуй. Она под конец вообще не устанавливается. Чё там хер надрачивает или что?
Сука, ну разраб фетишист, это понятное дело. Да, разраб фетишист просто на разработчике. Блять, зависло что ли? Найс, даже скорость не поменяется. 88%. А, разраб, нахуя ты лаунчер какой-то скачиваешь? Бля, ну короче, загрузка не идет, да? Она это... Блять. Ну, значит, надо скачивать сайтов с каких-то. Там по-любому русский язык есть. Так, можно играть? Алло. Блять, мышка не работает. С джойстика проще, наверное, да? Ну да, джойстика проще. Чё за подгузник? Блять, я отвечаю, что, ну, это другая игра абсолютно была. Это говнище какое-то обоссанное. Ну, короче. Этой игре очень много лет. И... Когда я в нее на телефоне играл, это, ну, типа, она на русском языке была... Но это не было таким говном, реально. Там управление нормальное было. Это что, управление для дебилов каких-то, нахуй? Сука, оно неуправляемое просто. Какие-то кнопки рандомные жать надо. Ну ладно. Будем закругляться. Что-то я загрустил. Может, видос какие посмотреть. Ну, короче, игр сегодня не будет.